Добрый вечер. Вы смотрите третий канал, программу «Главная тема», в студии Владимир Соловьев. Продолжение морских приключений в нашей следующей программе. В Москве вчера открылся музыкальный конкурс «Евровидение-2009». Участие в конкурсе подтвердили 42 страны. Нашу страну представляет Анастасия Приходько с песней «Мамо». Как пишет газета «Ведомости», московское Евровидение обойдется гораздо дороже, чем предыдущие конкурсы в других странах, и затраты на него не окупятся. На финал Евровидения в Олимпийский 16 мая смогут попасть 19 тысяч человек. Половина из этих билетов поступила в продажу, остальные распределяются бесплатно. Билеты на финал стоят от 5 до 100 тысяч рублей. Каким было и каким будет Евровидение, разбирался Александр Лякин. Великий российский поход за Евровидением начался примерно 6 лет тому назад. Именно тогда, с прицелом на победу, Россия впервые выставила на конкурс не ветерана советской эстрады и не исполнителя второго эшелона, а уже покоривший Европу скандальный дуэт «Тату». Но коммерческий успех «Татушек» на Евровидении не сработал. Ни победы, ни даже скандала не получилось. Третье место. Это даже хуже, чем у никому неизвестной в Европе Алсу, которая в 2000-м заняла второе место. Еще одно попадание в тройку случилось в 2007 году, и его в России приняли как настоящий успех. Безвестная группа «Серебро» именно на Евровидении выстрелила с песенкой с незатейливым текстом на английском языке. Я люблю «Серебро». Ау, девчонки, кто-то сзади подумал, что мы кошки, но попадает в кровь ля мука любовь. Пока, до встречи. Я вам могу сказать одну вещь, которую мне сказал Филипп Киркоров 3 года назад. Он мне сказал, что победа где-то рядом. Неважно, кто поедет, но вот либо в этом, либо в следующем, либо вот в течение этих 3 лет Россия выиграет. В следующий раз Россия могла выиграть Евровидение 3 года назад. Но тогда Диму Билана опередила финская группа монстров по имени Лорди. Конечно же, нас обидели. 2 года назад, когда Дима Билан выиграл, и выиграли у него Лорди, конечно, нас обидели реально. И этот конкурс должен был быть за нами, да? А, конечно же, это такой, скажем, реванш. Реванш случился в прошлом году в Белграде. Повторный поход Димы Билана на Евровидение породил немало шуток, однако ироничный настрой был не у всех. Начиная с того, что когда он приехал, его встречала президентская охрана с президентскими лимузинами, с фэн-зоной в аэропорту. И все поняли, что приехал один из главных кандидатов на победу. Остальные участники их загоняли массово в автобус. Понимаете, просто пинками так. Чтобы, а ну-ка быстро Сидоров в автобус. Ну я так условно Сидоров там. Участница из Мальты так. Почему не быстро там идете, да, так сказать. Вот и все. А Дима уже приехал как победитель. Все газеты были о нем. Была проведена массовая пресс-конференция, мощная пресс-конференция. Был опубликован снимок Димы Голова, что обсуждалось всей прессой. Ну, старый снимок из каких-то там журналов. Вот, но это тоже подогрело. Ну и плюс все знали, что он привез суперномер, да, что там будет чемпион по фигурному катанию, там, ну и так далее. Ну вот чувствовалось, вот прямо витало в воздухе, что да, вот люди приехали за победой. Мало кто предполагал в прошлом году, что Евровидение будет открываться в самый разгар мирового финансового кризиса. Тем не менее, организаторы, а к ним вполне можно отнести и правительство России, решили провести этот музыкальный фестиваль с невиданным ранее размахом. 40 с лишним миллионов долларов решили потратить не в Сочи, как предлагали одни, не в Кабардино-Балкарии, как предлагал победитель Билан, а в Москве.
И на этом Евровидении новые абы не появятся, я вам гарантирую на все 100%. Что я вам гарантирую, поскольку вы выходите в канун Евровидения, да, посмотрев картинку, как бы, ну, я все-таки человек внутри шоу-бизнеса, да, интересующийся этим вопросом. Люди креативные, которые организовывают Евровидение. С точки зрения шоу, это будет грандиозное шоу, подобного шоу в России не было. Когда в следующий раз Россия будет принимать Евровидение, не знает никто. Однако очевидно, что не в следующем году. Я думаю, что лет через 10-15 шансы есть, не раньше. Ведь существует еще и фестивальная стратегия. Дело в том, что невозможно каждый год в одну страну привозить, или даже раз в 3 года. Впрочем, пока все идет по прошлогоднему сценарию. Российская хоккейная сборная накануне Евровидения вновь обыграла в финале канадцев. Александр Лякин, «Главная тема».